Приветствую вас, дорогие друзья! В этом видео мы поговорим о том, где взять оборотные средства для реализации, например, госконтрактов, если вы начинаете свой бизнес на тендерных продажах. То есть, если вы, например, только-только открыли ИП, у вас есть возможность бесплатно выиграть госконтракты или даже некоторые коммерческие контракты, благо система это позволяет сделать, но у вас нет оборотных средств, чтобы этот контракт провернуть. Ну, грубо говоря, вы продаете компьютеры, вы знаете, где их купить подешевле, вы выиграли контракт государственный, чтобы продать их подороже. Где взять оборотные средства, чтобы эту сделку провернуть? Смотрите, если вы начинающий бизнес, как правило, у вас не будут контракты большие, на большие суммы. Обычно это 1200, но может быть 300 тысяч рублей. И, в общем-то, это логично. Для начала этого более чем достаточно. Ну так вот, оборотные средства на реализацию таких вот небольших сумм вам помогут взять наши банки, причем с очень-очень большой охотой. Каким образом? Есть такая вещь, называется она кредитная карта, которую просто буквально втюхивают каждому человеку, который заходит в любой банк. Так вот, в обычной жизни люди покупают на эти карты телевизоры, телефоны и прочую ерунду и вгоняют себя в долги. А я вам предлагаю этот же инструмент использовать с целью зарабатывания денег. Каким образом? Вы можете бесплатно взять кредит, и вы его возьмете не под непонятно что, а уже под контракт, который вы подписали. То есть контракт вы выиграете бесплатно. Чтобы выиграть госконтракт, не нужны большие влияния денежные, там, либо две листочка бумаги, либо там, если это электронные торги, это просто стоимость электронной подписи и все. Вот, вы берете кредитную карту, у которой, как правило, например, если мы берем Сбербанк, 50 дней досрочного погашения. Некоторые банки выдают от 70 до 100 дней, например, в Альфа-банке выдают до 100 дней. И, соответственно, что это означает? Это означает, что вот в этот срок вы можете пользоваться чужими деньгами абсолютно бесплатно. Как правило, этого срока вполне достаточно, чтобы провернуть микродоговор. Как правило, договора на 200-300 тысяч рублей, особенно если мы говорим про поставку, ну, в сроках какой? 20 дней поставка, 20 дней оплата. Соответственно, на все про все 40 дней. Если у вас карточка на 100 дней, этого более чем достаточно, чтобы провернуть эту сделку два раза. То есть смысл какой? Вы заключаете госконтракт. Дальше вы, например, продаете компьютеры. Вы по кредитке покупаете компьютеры, отводите их заказчику, подписываете акты, заказчик вам платит деньги, вы их выводите на свою карточку, досрочно гасите кредит по кредитной карте. Таким образом, вы денег заработали, в кредиты, в долги вы не влезли, и все это произошло быстро и, самое главное, бесплатно для вас. Не нужны никакие авансы, проблема авансирования решена на 100%. На этом все. Я рассчитываю, что это видео было вам полезным, особенно если вы сейчас открываете стартап или новый бизнес. Поставьте, пожалуйста, лайк, если это действительно было так. Успехов вам в ваших тендерных продажах и до встречи на нашем канале.